Всем привет, девочки мои! Пришла посылочка из Иваново. Ура! Я уже дождалась ее наконец-то. Заказала еще до Нового года, как раз перед самым Новым годом. И пока вот эти вот были каникулы, ну, видно, доставки там не работали, вообще, может быть, фабрика не работала. И уже движение посылки пошло как раз только, когда каникулы закончились. Но мне не терпится уже ее распаковать и показать вам, что же там у меня пришло. Давайте распакуем, девочки. Так, накладная. Сейчас посмотрим. Освежим память себе, да? Что там? В общем, заказала я себе три костюма, девочки. Начнем с самого дорогого костюма. Вот такой вот расцветочки. Симпатичной, да? И модель ДКД-91Б. Стоит этот костюм 1393 рубля. Но все костюмы я заказала 52 размера. Я захотела, чтобы они вот сидели на мне, ну, нормальненько. То есть это такие костюмы, которые не стала 54 размера заказывать. И посмотрим, как раз таки, как они на мне будут сидеть. Ну, давайте распакуем, да посмотрим. Так как я купила себе новые сапоги, мне захотелось, чтобы под эти сапоги я какие-то там себе другие костюмы одевала, которые мне нравятся. И вот эти вот костюмы с штанишками. Значит, смотрите, здесь штанишки, это костюм темно-синий. Вот это штанишки темно-синие. Хотя я смотрю на экране, они кажутся черными. Нет, это темно-синие расцветки. Сверху идет резиночка. Вот такая вот. Дальше карманов нету, внизу манжет. Начеса нету. Так, штаны, они как бы обыкновенные, да, ну как трико, я так и хотела. Дальше сверху у нас идет вот такая вот, вот такой верх на манжетике, черный манжетик. Такая вот расцветочка веселенькая, и она, мне кажется, довольно-таки молодежная. Внизу здесь идет тоже такой темный манжет. И сверху капюшончик. Еще есть шнурочки на затяжечку. Этот костюм без начеса. Но мне он очень нравится. Довольно-таки такой, да, скажите, веселенький. Ну, прям не терпится его, честно говоря, одеть, померить. Да, еще впереди вот здесь вот такие карманы. Вот они. На животе. Вернее, даже это не карманы, это прятать руки сюда, если замерзли. Он насквозь, этот карман. Вот, интересное решение, интересненький такой костюмчик. Но самое главное, мне тут нравится очень расцветочка, такая вот хорошенькая. В общем, костюмчик надо померить и посмотреть, как уже он на мне сидит. Мне самой уже не терпится, давайте посмотрим. Следующий костюм, модель ТК-130, тоже 52 размер. Но это костюм трикотажный, он такой вот домашний. Вот такие брючки, внизу брючками сделано.
Сверху резиночка. Так, кармашки есть? Есть кармашки тут, внутренние кармашки. В общем, вот такая вот штанина. Тоже 52 размер, девочки. И вот сверху вот такая футболка. Вот она. Футболочка внизу, она без манжета. Здесь такая как белая полосочка, отделочка идет. Небольшой разрезик по бокам. Короткий рукавчик. Рукавчик такой, видите, приспущенный немножко. И здесь вот так сделано. Вот он, где шов. Ну, вот такой вот спортивный костюмчик для дома. Костюмчик этот стоит 754 рубля. Чистый хлопок, 100%, трикотаж. Но надо тоже померить, да. И вот еще один костюм я заказала себе коричневый. Почему коричневый? Потому что у меня коричневые сапоги. И мне вот очень интересно, должны под эти сапоги подойдет этот костюм или нет. Так, смотрим, что у нас внизу. Внизу у нас идут такие вот брючки, внизу на манжетике. И лампасик, коричневый лампасик, а брюки черные. Сверху резиночка. Карманов я тут не вижу. Карманов нету. Так. Они не чисто хлопковые. Они вот так тянутся. Здесь вот есть немножко такая стрейчевые нитки. В общем, поэтому я и заказала 52 размер, чтобы они не были слишком просторными, а немножко были вот как бы чуть-чуть в облегончик. Немножко в облегончик. Но у меня на самом деле 52 размер, а 54 я заказываю вещи, когда я хочу, чтобы они на мне висели. Вот на мне сейчас 52 размер туника. Прекрасно, она на мне сидит. Но так как я домашнюю одежду люблю, чтобы она вот так балахончиком висела, поэтому я беру 54 размер. Ну и так как трикотаж бывает садится чуть-чуть при стирочке, поэтому я уже беру так, чтобы у меня прям совсем было все просторно. Ну, вот так вот я люблю. В общем, такие вот штанишки-брючки. Они тоже подойдут под сапожки, если куда-то выйти. А вот верх, вот такой вот интересный верх у нас. Спинка темная. А впереди вот так вот коричневая у нас идет вставка. Весь перед коричневый. Вот такой внутренний карман. Интересно, он идет насквозь? Нет, он насквозь не идет. Потому что здесь у нас проходит молния, поэтому просто карманы с двух сторон. Внизу манжет. И вот такой капюшон идет с отделочкой, но весь он темный. Здесь есть шнуровочка. Вот. Впереди молния. Рукав он весь темный с двух сторон. Ну, в общем, такой вот интересный костюмчик. Очень интересный костюмчик. Мне кажется, этот коричневый цвет, он будет как-то сочетаться с моими сапогами, вот с сапожками. И поэтому я думаю, что его можно куда-то вот одеть, куда-то пойти вот зимой. Даже если в торговый центр пойти в этом костюме, уже вполне нормально. Потому что другой костюм, он у меня светловатый. Ну, мне кажется, он светловатый. Этот будет потемнее. И я думаю, девочки, то, что нужно. Костюм коричневый 387, это модель. И стоит 1190 рублей этот костюмчик. Уже не терпится одеть, померить, да, как он будет выглядеть на мне. Давайте померим. Thank you.
Так, с костюмами разобрались. А теперь я хочу посмотреть. Я заказала, девочки, простынь на резинке. Заказала одну. Вообще, я всегда заказывала комплекты постельного белья, так как я сплю на диване. Диван у меня размером 140 на 2. 140 на 200. У меня одеяло идет как на полуторку. А простынь, когда вот в комплекте на полуторку, то простынь у меня периодически она как бы вылазит, да, немножко сдвигается. Поэтому я всегда вот предпочитаю брать отдельно простынь как на двухспальную, а пододеяльник на полуторку. Но тут я решила попробовать взять просто как на полуторку простынь, но только взять ее на резинке и посмотреть, как она будет сидеть вообще на моем диване. Может быть, это действительно будет лучший вариант. Поэтому простынь я заказала отдельно. Комплект постельного белья не стала заказывать. Кстати, у меня есть такой вот расцветочки постельное белье, где у меня там простынь маловато. Вот как раз эта расцветочка и подойдет к тому комплекту. Заказала я сатин, потому что комплект у меня сатин. И здесь вот размер идет 140 на 200 на 25. То есть 25 это идет высота. Я думаю, высота дивана, ну, в принципе, она должна быть нормальной. Поэтому просто сейчас посмотрим. Вот такой вот расцветки простынь. Здесь мы видим резиночку. Вот на резинке все. Ну, это, конечно, нужно одеть и посмотреть, как это будет на диване все это смотреться. Простынь стоит 933 рубля. И называется эта расцветка «Журавлиный танец 4», если кого-то это интересует. Артикул 204-224. Розовый тип 2. Тип 2 – это значит, есть пододеяльник такой же расцветочки, который двухсторонний, и вторая сторона будет вот этот вот тип 2. Так, ну хорошо. Сейчас я расстелю, и мы посмотрим, как это будет выглядеть на диване. Ну и еще я заказала для своей внучки вот такое покрывало, плюш-велюр, неон. Неон, это значит, в темноте должны вот эти вот штучки немножко светиться. Ну, у дочки покрывало неон есть, другой расцветочки, правда. И я смотрела, ну, я бы не сказала, что прям сильно светится, слегка-слегка, ну, в общем, это должно оно набраться света, потом в темноте, в полной, может быть, слегка будет что-то, вот этот контур светиться. Вот, ну, внучке я заказала вот именно такой покрывало, и сейчас я вам скажу, эта модель называется 013, размер 150 на 200, стоит 692 рубля. Сейчас раскроем и посмотрим. Вот такой вот расцветочки интересной. Ну, это как космос, инопланетяне, что-то такое, космическая тема. И вот мне интересно, здесь такие вот полосочки, видите они, какого цвета? И здесь вот как голубые, вот такие вот есть полосочки. И вот они, по идее, я думаю, должны светиться. Но сейчас мы его заполним немножко светом, потому что я думаю, что он должен быть на свету побыть. А потом уже в темноте, ну, я, по крайней мере, посмотрю и скажу вам, светится он или не светится. Очень интересно знать, да? Ну, создать полную темноту при дневном свете тяжело. Ну, вот я тут попробовала. Ну, наверное, света надо, чтобы больше, тем более дневного света набралось. Ну, может быть, чуть-чуть будет светиться. Thank you.
мои хорошие, показала я вам все свои обновочки. Все обновочки мне нравятся. Ссылочку на Василек я оставлю внизу. Проходите по ссылочке, смотрите, выбирайте. И обязательно что-нибудь найдете, что вам понравится. Кстати, одна из подписчиц у меня спросила вот за эту тунику. Девочки, эту тунику я брала уже очень давно. Наверное, года два еще назад. Поэтому такой модели может и не быть. Модельный ряд постоянно меняется. Если какая-то модель исчезла, появляется новая модель, потому что там всегда работают модельеры для того, чтобы обновлять модельный ряд. Ну и каждый раз, когда я захожу на сайт Василек, я всегда нахожу что-то новенькое. Помимо того, что может быть старенькое, может быть старенького чего-то уже нету, но что-то новенькое обязательно появляется. И есть одежда для детей, и для мужчин, и для женщин, и постельное белье, и полотенца, и много чего интересного вы можете там найти. Заходите на сайт, посмотрите сами. И цены очень даже лояльные. Мне цены очень нравятся. На этом я свое видео заканчиваю. Кому видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, не забывайте. И до новых встреч. Пока-пока.